Моя взрослая дочь недавно увлеклась фигурным катанием, при этом учится в институте. Можно ей этим заниматься? Да, можно. Она не только увлеклась, те девочки, которые увлекаются фигурным катанием, начинают рисовать в зрелом возрасте, достигают очень больших результатов. В чем? В жизни. Это все великолепные эмоции, это много счастья. А что мы вот прожили всю жизнь, знаете, вот я там, ну, мне повезло, моя мама мне не запрещала ничего. Я то на музыку ходил, занимался музыкой, играл на инструментах, стихи писал, морзе занимался, там, танцевал и там, все, что там, журналистикой занимался, писал, потом обучался, потом играю всю жизнь. Я всю жизнь, вот за час до того, как провести этот вебинар, есть куча работы, но я все отложил, и вот у моей жены послезавтра день рождения, хочу сыграть и спеть тихонечко песню. И специально для нее сочинил песню, специально для нее подобрал вот аккомпанемент такой, и постараюсь ей там тихонечко сыграть и спеть. Да, возможно, ей не понравится, она, конечно, не подаст виды, но это не важно. Это совершенно не важно, почему я это делаю. Это прекрасно. У каждого человека есть что-то, что можно потом развивать, вспоминать и наслаждаться этим. Кому-то нравится музыка, кто-то находит наслаждение в словах. Это как дополнительное наслаждение. Очень часто женщины начинают вышивать, выходят замуж. Очень часто женщины начинают там писать что-либо, замуж выходят. Почему? Это так мир устроен, знаете, когда женщина становится нужной, когда женщина дает что-то этому миру, то этот мир готов что-то брать. Правда. Дает красоту. Не будет опасным ничего.